Коллеги, продолжаем четвертый день выставки. Рядом со мной новый интересный спикер. Давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Александра. Мы из Иркутска, с Байкала, производители ягодных соусов. Лес Деликатес. Звучит уже вкусно. Давайте расскажем, сколько у вас видов. Я вижу две баночки, а сколько их всего? Всего у нас 9 SKU. Туда входят ягодные соусы, джемы и 2 соуса из черемши. Замечательно. Давайте расскажем отличительную особенность. Это какие-то уже известные составы или это какие-то ваши ноу-хау? Это наш ноу-хау. С нашим шеф-поваром иркутским Сергеем Михно мы прорабатывали рецептуру 1,5 года. Мы как алхимики что-то добавляли, убавляли, ягодку, травку, не знаю, там, горчицу. И создавали вот эти рецепты прям с нуля. Такого больше нигде нет. И просто все привыкли, что ягоды – это сладкое. Это варенье, джемы, это то, что мы едим с блинчиками. На самом деле это не так. На самом деле из ягод можно делать много чего интересного и из трав, вот, что мы, собственно, и создали. Давайте, наверное, расскажем. Недаром вы выбрали, скорее всего, вот две вот эти упаковочки. Наверное, это какие-то ваши любимые. Давайте расскажем поподробнее. Ну, наверное, это да, это мои любимые. Не самые любимые, может быть, кого-то еще, но мои самые любимые. Вот это уникальная вообще вещь. Знаете, итальянский базиликовый песто. Но мы-то живем в Сибири, и мы создали сибирский песто из черемши и кедрового орешка. Это очень вкусно с мясом, с хлебом, в пасту, в салат добавлять, и очень-очень-очень-очень вкусно. И второй продукт – это пряная салатная заправка, облепиховая. Тут еще дижонская горчица, соевый соус, масло и травушка наша чабрец, и мед еще. И поэтому она очень-очень, с одной стороны, легкая, с другой стороны, очень такая облепиховая, яркая, что любой салат заиграет с ней прям вот новыми свежими нотками. Вы этого не видите, но я судорожно сглатываю слюну, потому что очень вкусно рассказывают. Давайте, наверное, скажем, где вас найти на нашей выставке, чтобы наши зрители тоже могли по достоинству оценить и, может быть, увезти с собой домой частичку вашего труда. Мы находимся на павильоне Иркутской области в 15-м зале 41-43. Вы тот редкий спикер, который помнит номер своего павильона. Честь вам и хвала. Спасибо большое и надеюсь, что выставка подарит вам новые интересные бизнес-знакомства. Спасибо большое, они уже состоялись. Спасибо.